Короче, я сейчас просто в шоке. На это не обращайте внимания, я потом расскажу. Ужас. Это, знаете, с одной стороны смешно, а с другой стороны вообще не смешно. А что делаю? Это хочу и снимаю. А для чего ты это делаешь? Аня, что делаешь? Сам прикол, ребята, мы поссорились с Настей. Она просто... Я сейчас зайду в комнату. Я сейчас просто хочу и буду снимать, Настя. Так как мы ведем канал, хочу и буду снимать. А не надо, она сейчас кричит, что ты снимаешь. Типа, для чего это выставлять в YouTube? А для того выставлять в YouTube? Вот, вообще, человек просто делает, что хочет. Не, ну просто ты решаешь. Она решает за меня. Мы поругались, я уснула. Проснулась от того, что она говорит, я заказала пиццу. Потому что я хотела это сделать нам. Ты хотела помириться с помощью пиццы? Ну да. Это нормально? Да. Что да? А как друзья мирятся? Как вы считаете, нормально это не спрашивать, мириться с помощью... Я вообще таких коробок еще не видела просто. Что это за огромная коробка? Что это такое? Вы вообще видите размер этой коробки, Настя? Я не хочу даже спрашивать, сколько эта пицца стоит. И вообще, чисто срывать все с диеты и мириться с помощью пиццы. До этого так сильно это поругаться. Эта пицца ничего не будет зависеть от моей диеты. Тем более мы говорили, что читмил у нас что это вообще за пицца? Выходной. Смотрите, пицца. Ой, вот. А еще больше не было пиццы? Что-то сильно маленькое. Аня, я хотела нормально с тобой. Вон, говорить. Вся в пуп в этих. Еще тоже. Ты дошла, где заказывать? В том смысле, что мы уже убедились, что здесь доставок нормальных нет. Вот. Пупырки какие-то. Можно ты заставку сделать. Ой. Что, недовольны? Все недовольны. А, я недовольна. Просто реально еще сейчас кричать. А зачем ты это снимаешь? Так будем мы снимать. Мы транслируем нашу жизнь. Мы рассказываем, как мы худеем. Хорошо, а человек берет, все сбивает. А для чего? Подожди. Ну я не говорю, что... Подожди, мы не под... Я себе не заказывала там не знаю что. И, во-первых, это раз в неделю. У меня прям, прям нет такого графика. Да, мы едим понемногу. Да, мы едим травы. Мы не едим мясо. Но раз в неделю, я считаю, можно съесть кусочек пиццы. Нет. Я же не хочу быть анорексиком, анорексией болеть. Это не кусочек пиццы. Если я буду есть целыми неделями траву, то я, наверное, я похудела уже. Да, Настя, кстати, похудела. Ничего, я наберу, так выбегаю, буду ходить, бегать. Ну, что? Просто ты могла хотя бы спросить и вообще мириться с помощью пиццы. Это не еда типа просто... соединяет людей или как это понять? Ну мне вообще не смешно. Ой, и причем ссора была такая, ребята, нормальная. И Настя очень сильно не права. Да, вот вечно, вечно я. И хорошо, но ты говоришь кусочек пиццы, но ты заказала пиццу, которая больше, чем эта квартира. Это огроменная пицца. Кому она нужна? Ну, так я и говорю, я есть ее не буду, говорю. Мне нет смысла сейчас брать и всю диету полностью прекращать, можно так сказать, срыв это. Блин, это не знаю. А если человек срывается, то потом не факт, что завтра я не захочу есть эту траву да опять. Нет, захочу конечно. Опять есть что-то такое вредное. Ты поела раз в неделю такое, и все, ты потом, типа, блин, понимаешь, что надо выгонять, все. Она еще это обосновывает тем, что вот... пятница, мы же договаривались делать один раз в неделю читмил. Мы договаривались делать читмил, но не такой читмил. Это лучше, чем какая-то сладость или чипсина. Я не планировала есть чипсы или пить колу. Ну. Я думала такое, типа, позволять себе ту же отварную картошку, например, пюре. Это не зависит. Раз в неделю. Ну, короче, я не хочу даже... Аня, это в нормальном смысле. Что здесь плохого? Просто сколько стоит такая пицца? 19 ОМ. Понятно все, короче.
Я не хотела, чтобы там это. Просто я хотела, чтобы мы с тобой помирились. Мы могли бы помириться. Нет, я хотела, чтобы мы сели за стол, как адекватные друзья сели, поговорили, покушали, все было нормально. А можно было до этого помириться и сказать: Ань, как ты считаешь, мы можем заказать ты пиццу? Просто немножко на сколько там минут ты уснула. И вот за то время, типа, я подумала, что типа вот, я сделаю так. Но ты не подумала, что типа диета таким образом накрывается, и это считается срывом? Нет, я считаю, это не накрывается диета. Нет. Ну а я так считаю. Я сейчас говорю, Настя, я эту пиццу есть не буду. А она мне кричит: вот, я потратила деньги, ты должна ее есть. Я одна такую большую не съем. А что ты не заказала меньше пиццу? Есть диета, реальная диета, когда вот это говорят, типа, вот как моя знакомая, едят реальную одну траву, ну типа да, смысл. А адекватные ли люди, которые на диете, они позволяют себе съесть? Я планировала на вечер, что-то. Уже сейчас, уже сколько время? Ну я уснула, вот сколько сейчас? 20:48. Я планировала салат, чуть-чуть риса и аджики вот этой вот. Все. Чтобы рис не был сухим из-за того, что масла мы не добавляем. Теперь, пожалуйста, пицца. И хорошо, почему такая большая пицца? Не знаю. Ну, потому что подумала маленькая. Что? Бессмысленно маленькая. Не знаю, я просто посмотрела, типа, и подумала, что... Ну, ты согласна есть ее одна? Нет. Она уже у тебя стынет, ты бери и ешь, попробуй, нет, скажи людям, вкусно. Я не буду ее есть, если ты ее ешь, то я не буду. Скажи людям, вкусная пицца или нет. Сейчас я вам ее покажу ближе. Вот, ребята, пицца. Это что это такое, ананасы? Курица, ананасы. Курица, это какая-то колбаса, ветчина. Ой, курица, ветчина. Вот. Я не знаю, это нормально, что в пицце вот такие пупырки везде? Мне кажется, что это ненормально. Да, это такая пицца должна быть. Это должно быть так? Когда запекается пицца именно... Серьезно? Это правда. Хм. Посмотрите на размер этой пиццы. 19 евро как бы. Короче, я еще раз и вот вам, при вас говорю... что я против этого, я ее есть не хочу и не собираюсь. Хочешь, съедай сама эту огромную пиццу, заканчивая с диетой, а меня подталкивать подожди, к этим срывам вообще никак не надо. Что ты начинаешь вот это, во-первых, на камеру это все делать? В смысле, хочу и буду, мы снимаем влог, почему, подожди, почему нельзя на камеру? Подожди, у нас до этого было какое-то правильное прям голодание, это не должно быть так, диета должна быть нормальной. Ребята, ну напишите, рассудите, вот для чего я сейчас снимаю хорошо. На YouTube? Окей, да, хорошо, я снимаю на YouTube для того, чтобы люди... Нормальные люди написали, кто из нас права, кто виноват. В чем я сейчас не права? В том, что я отказываюсь есть пиццу, которую я не заказывала. Аня, я и мириться с помощью еды, это уже вот здесь вот да. Проблема. РПП, расстройство пищевого поведения. По-другому я это не назову никак. Я говорю, съедай ее сама. Хочешь, чтобы я сделала по-другому, я тебе сейчас сделаю. Ого, в Насте этот опять. Как тогда, когда она с помидорами. Ну реально, в чем я не права сейчас? Почему я должна делать то, чего я не хочу делать? Что это такое? Еще в одном выброшу, не знаю, бездомных. А, не помещается, не знаю. Пожалуйста. Настя, а зачем ты это делаешь? Да установись ты. Так лучше пойди отдай кому-нибудь. Пойду. Настя, что делаешь? Ну реально. Я буду выкидывать это и снимать, меня не надо. А зачем выкидывать? Иди бомжам отдай. Я не могу, что, какими? Тут нету бомжей. Ешь сама, зачем этот цирк выкидывать? Слушай, Аня, и так далее. Я говорю нормально тебе. Я хотела с тобой нормально, как друзья, помириться, поговорить, покушать вкусненько. Я сказала, я не буду есть пиццу. Хорошо, давай, нет, можно спокойно. Ешь сама пиццу. Нет, я хотела нормально вместе поесть. Но сейчас я буду выкидывать эти деньги. Пускай кто-то в подъезде, не знаю, я говорить не могу. Поэтому я думаю, что кто-то увидит это и выкидит. Так что я... Короче, вперед достала. Настя, чего ты? Ты реально довела меня. Чем пиццей? Потому что реально адекватный человек, ну типа, блин, Аня, ты реально не понимаешь всего.
Да, ну ты сама заказала. Брать и говорить, типа, что я там есть хочу, к чему это? Нет. Да, сейчас меня сделают тираном. Я не анорексик, или как это говорится, или я сижу на каком-то голодании. Нет, у меня прям правильно питание, нет, да, и не ем мясо. Я ем рыбу, я ем овощи, я ем рис, гречку. Да, я хочу позволить себе раз в неделю. И что? Да, ну просто все из-за того, что мы поругались. И можно было по-другому это сделать. А сейчас напишут, что я тиран, Настю до слез довела. Просто Настя очень такая впечатлительная, и ей заплакать не проблема. Да, конечно. Сейчас ты делаешь меня виноватой, не понять в чем. Хорошо, я виновата. Пусть напишут людям.